Шалом, шалом, ребята. Рекс и его команда. Он с ума сходит. Двое на одного. Ага. Я сейчас снежок того надо. Он вместе со мной ходил туалет мыть. Ездил. Снежок помог. Молодец. Ну, Рекс. Унитаза нет, унитаз унесли. Поэтому он нас туда унес. Ну, дождь пошел, дождь, ягод. Кошмар. Никого нет, видите, так я и пара людей. Да. Ну, что делать, собак надо выводить на прогулку. Без этого нельзя. И чтобы они испражнялись и побегали. Движение, жизнь для собаки. Да? Увеличивает срок жизни собаки. Продлевает жизнь. Собака двигаться не будет, это смерти подобно. Да? Что, пусть чуть погуляет. Да. Уже все, да, о чем говорить, а говорить не о чем, поэтому я и не делаю больше. Рика-болика. Ара, ничего. Узумим хосим, а да? Ара, Рик, что с тобой? Он вчера кушал эту рыбу хорошую. Поэтому переел, наверное, немножко. Видите, много он это что-то. Испражнений много. Да. Снежочек-то, а. Так что наслаждаемся жизнью. Природа, собаки, животные. Все хорошо. Так, коротко и ясно. Скоро День Победы, да? Да, ко мне друг приедет. Будем отмечать. Пойдем где-нибудь в хорошем месте посидим с ними. За столик. К сожалению, здесь нету, да? Такого variety, как это сказать. Разнообразие. Блюд, как в Азербайджане, в Баку, в ресторанах. Но чем богаты, тем и рады. Походим, да, по-разному. В ресторан морепродуктов пойдем, потом стейк покушаем хороший. Здесь больше ничего нет. Гамбургер, мамбургер, китайская кухня. Хотя есть хорошие индусские рестораны тоже, да? Там хороший выбор, но это на любителя, да, на любителя. А мы-то привыкли к нашей кухне, поэтому для меня немножечко так, как сказать, не лежит в душе. Еще стейк куда бы ни шло, да, ближе к чабабу. Там китайское ничего, тайское. Да. Ну ладно, будем живо, не посмотрите, какой дождь, видите? Намок уже весь. Но это хотя это дождевик, но непромокаемый. Но тем не менее. Да. Ну ладно, до встречи. Снежок. Дядя Яши, скажи привет. Привет, дядя Яши, привет. Скажи, ты же разговариваешь. Давай. Скажи. Ну, Снежок. Скажи. Говори. Говори, чопёло. Говори. Ну ладно, не хочешь сейчас. Давайте, счастливо, пока.